Здравствуйте, друзья! Как же легко и просто всю весну ловить рыбу. Как я говорю, иногда в простом и кроется ответ. Очень жаль, что никто не рассказывал о данном варианте и как его легко и просто приготовить. Сегодня вам все покажу, расскажу. Простые ингредиенты и готовится буквально за минуту. Нет ничего проще, чем сделать это своими руками, нежели куда-то идти и что-то покупать. 5 грамм корицы молотой, 10 грамм молотого горчичного семени, 70 миллилитров спирта. Конечно же, сразу применять не стоит ни в коем случае. Во-первых, спирт должен выветриться, излишний спирт имею в виду. Спиртуозность тут все-таки останется немного, но не будет уже отпугивать рыбу. А наоборот, в комбинации с этими специями будет ее очень хорошо привлекать. Неделю нужно дать постоять, чтобы получилась легкая вытяжка. И уже можно применять прикормку. Сколько и как чего добавлять в прикормку, есть подробное видео на нашем канале «Авторская прикормка». Переходите, смотрите. Данная комбинация запаха, что примечательно, работает очень хорошо на крупную рыбу. Большая рыба, если говорить с простыми словами, от этой добавки сходит с ума. А про более мелкую рыбу и говорить не приходится.